Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот какое описание к картине мастера из Флималя или Роберта Кампена. Картина называется «Троица. Правая часть Полиптиха». 1430 год. Дерево, смешанная техника, 148 на 61. Изображение Троицы выполнено в технике гризали, имитирующей каменную скульптуру. Такой прием был достаточно широко распространен в нидерландской живописи, однако Кампен является одним из первых мастеров, прибегнувших к нему. Известно, что художник увлекался деревянной скульптурой, отсюда крепость форм, жесткость рисунка в передаче складок одежды. Монументальные фигуры помещены в неглубокую нишу. Бог-отец поддерживает мертвое тело Христа, на чьем плече восседает голубь Святой Дух. Контрастное сочетание света и тени безжалостно выявляет все анатомические подробности обнаженного Иисуса. Выступающий за край ниши постамент и выходящая за него нога Спасителя создает иллюзию нахождения сакрального образа в одном пространстве со зрителем. Ну вот такое описание я нашел к работе Троица. Правая часть Полиптиха Роберта Кампена, мастера из Флималя. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».